Кризис, разразившийся из-за пандемии, заставил наших предпринимателей развивать интернет-торговлю. Им помогли представители Ассоциации креативных индустрий Молдовы, запустившие виртуальную платформу первой помощи бизнесу GoOnline. Инициатива понравилась властям, и они решили поддержать ее финансово и таким образом выручить малый бизнес в этот сложный период. В рамках проекта GoOnline предприниматели могут бесплатно воспользоваться услугами по разработке сайтов, применению электронных платежей, составлению логотипа и даже транспортными услугами в течение месяца. Идея базы CareerFirst о солюции Rapido Team Decrease. Есть пакет для диджитализации, мобильный, e-commerce, gratis для предпринимателей меньше мелочей. Поți aplica gratis la un site încărcat cu produsele tale, o pagină Facebook cu 15 posteri, o identitate dacă nu ai logo și, sau poate vrei să o schimbi. Предприниматели смогут воспользоваться этими услугами даже после кризисного периода, а представители ассоциации намерены в будущем разнообразить спектр услуг. Ну, после чем сам e-commerce, так ну и сайт который вынди. Дупая требуется сенсорить чем сам не оптимизация для search engine. Convince. Care sunt canalele de vânzări, trebuie să înțelegi că Facebook-ul de fapt face brand awareness, dar nu face vânzări, dar ai nevoie de creștere de brand. Aici sunt multe, multe chestii pe care noi încă o să le facem. Порним те, что называется, аж смешно, академии e-commerce. Мария Баби из столицы владеет магазином умных игрушек. Отныне, благодаря новым возможностям продажи, а именно онлайн, предпринимательница поймает сразу двух зайцев. Нам помогли сделать онлайн-магазин, подключили онлайн-оплату, и вот на данный момент мы сейчас с доставкой как бы еще чуть разбираемся. Я думаю, что не 500 евро, 800, может быть, даже больше. У нас упали продажи, и какого-то лишних денег, чтобы тратить их там на какое-то развитие, их не было. А предприниматель Виктор Бузату из Данчин Еловенского района обратился к помощи специалистов в администрировании страницы его компании в социальной сети. Я факут научился сделать посты, пажина в Facebook, ку контент, ку имиджи, ку позы, ку... Adică l-au făcut foarte bine, noi le-am implementat deja, ultima a făcut-o pe 15 mai. Eu am decis, de fapt, pentru promovarea imaginii. Deja lumea cred că a început să aibă încredere în producători. Chiar dacă merge vorba despre un produs perisabil care trebuie văzut înainte ca să fie procurat. Проект GoOnline был запущен в начале мая Ассоциацией креативных индустрий Молдовы. Prezența pe online, soluțiile digitale, comerțul electronic sunt tocmai acele instrumente moderne, eficiente, practice care ar permite o integrare armonioasă a antreprenorilor locali în lanțul comercial valoric. Agenția de investiții s-a raliat în calitate de partener guvernamental inițiativei GoOnline. Astfel, tot ce este creat în Republica Moldova poate fi, prin intermediul online a comerțului electronic, poate fi apreciat și кунускут в мире. До сих пор обучение прошли 175 предпринимателей.